Вот мы это с узбеком дружим уже 6 лет. Почему ты так говоришь, Бекзот? Вот именно. Вот он с Узбекистана, мы дружим нормально. Вот я семейный человек, приходит ко мне в гостях, он приглашает меня в гости, все нормально, все отлично. Зачем? Ради твоей слова, что мы будем друг друга убивать и ругать? Нет, мы не будем. У нас есть, мы все братья мусульмане. Алхамдулиллах. Да. Вот. Поэтому зачем ты так говоришь про таджики, про это? Если ты мусульманин был, ты так и не сказал бы. Да, да, мы да. Же, алхамдулиллах, мусульмане. Братья мусульмане, это узбеки, казаки, таджики, хоть кто. Кто говорит ла илаха илляллах, это уже мусульмане, братья мусульмане нас. Поэтому не надо так оскорблять таджики. Вот мы дружим, все нормально. Я ему доверяю, он мне доверяет. На некоторые это мы друг друга это помогаем, если надо будет. Зачем так ты делаешь? Мы работаем иногда вместе, иногда приглашаем гости, сидим. Я семейный человек, еще раз говорю. Зачем так? Вот, да, вот именно. Вот слово я ему отдаю. Вот говори, Фархот. Салам алейкум, братья мусульмане. Таджики, братья, таджики, узбеки, братья. Меня зовут Фархат. Я живу в Узбекистане, Амджанский область, город Асака. Вот у меня друг Аваз, таджик. Мы уже 6 годов дружимся. Между нами никогда это не было, не спорили. Мы да, иногда ругаем, да, бывает, да. Но через 5 минут опять разговариваем. Это насчет работы. Конечно, да. А это, какое слово я слышал тут, Бейлот, это не та, неправда. Ты не говори так. Узбеки, таджики, не надо. Да, ты вот вообще именно. Хайван, тварь, самый последний хайван. Ты же настоящий мусульман был бы, да, так не говорил бы, братан. Ты откуда узбекистан, не знаю, и знать не хочу даже. Понял? У меня таджики много, друзья. Вот он, допустим, еще много еще. Я с ним нормально общаюсь, нормально делаю. Почему ты так говоришь? Это для узбеков, это позор, понимаешь? Здесь много говорит, твой земляк узбек так говорит, так говорит. Они мне ничего не говорят плохого, просто говорят, это неправда, ты неправильно сказал. Да, ты неправильно, согласен? Ты неправильно сказал. Бегзон, ты не говори. Когда-нибудь тебя поймают, тебе голову отрезают, я отвечаю. Если я сам поймаю тебя, я тоже буду голову отрезать. Клянусь Аллахом. Мы это, друзья, вот, мы братья мусульмане. Во. Мы угостим, мы предлагаем, он предлагает. Зачем так? Ради твоей, ну извините за выражение, ради твоей гандон, я никогда ему не буду обижать. Или другой. Я тоже. Это, или узбеки нация, или узбекистанцы, или что-то. У меня много друзей узбеки. Не то, что, блин, Фархот. У меня много это есть. Ради твоей такой, блин, хаймон, я никогда не буду обижать другими. Вот, я специально пригласил, чтобы ты знал, такой тварь, как и у тебя есть. У каждого нация есть такой тварь. Да, да, да. Ну. Поэтому я специально вот пригласил, чтобы мы посидели. Вот мы сейчас шашлыки готовим. Посидим, отдохнем, нормально. Все нормально, мы же братья мусульмане. И он мне у меня будет ночевать, все нормально. А ты так и не говори, так и ты даже сам себя не знаешь, ты кто такой. Если ты знал бы свои умы, ты так и не сказал, так и не оскорбил. Зачем ты материшься? Зачем? Мы не будем твою мать, твою сестру трогать. Они ни при чем. Если кто-то тебе сделал больно, да. Ты ему обращайся. Да, ему все, отвечай, не да? Все нация. Если я на комментариях писал, еще раз по видео я скажу, что если я в Оренбурге, я в городе Оренбурге живу, я уже 10-12 лет уже здесь, семейный. Если я тебе найду, на твою жопу 250 вольтов лампочка буду крутить. Я тебе отвечаю. Это мало. Вот это мой друг, настоящий друг, Фархот. Он знает, я какой человек. Если я хороший буду, значит хороший. Если по-плохому буду, я все могу сделать. Так что ты это не говори. Ты можешь еще раз снимать видео и обращаться к таджикам, что давай, братья мусульмане, да, я плохо это неправильно сказал. Ты можешь извиниться, пока у тебя время есть, если ты пока жив. Ты этого не надо говорил бы. Если ты мусульманин был, не надо было так сказать. Ты какой-то... Бля, хайвон даже так не поступит. Хуже хайвон. Бекзот,
hayvondan batta odam ekansan. Mendan kattamisan, kichkinamisan, bilmadim-u. Katta bo'lsang aka deyman, kichkina bo'lsang uka deyman, teng bo'lsang oshna deyman. Kim bo'lsang ham hayvondan battar ekansan. Meni bitta bu avaz emas, o'rtog'im tojiklardan. Ko'p, o'ta ko'p. Ular bilan aqsa qilaman, narman tojiklar bilan. U men gapirmaydi, tojik o'zi beradi. Men gapirmayman, sen tojiksan deb. Vo. Sen неправильно сказал. Когда-нибудь я тебя, вот, или в Узбекистане, вот, вижу, да, я запомнил тебе лицо, запомнил. Я да, это запомнил. Поймаю где-нибудь. Ну, извини меня, короче, да, за грубость, да? Я тебя выебу. Вот это мой друг настоящий. Я уже еще раз говорю, мы 6 лет дружим. Да, проработая, я ответственный человек на работе буду. Я буду ругать. Он старше меня даже. Он старше меня. No. На 2 года, на 1 год он старше даже. Понимаешь? Ну, блин, мы так и не поступим. Мы так и... Работа есть работа. Дело не в том, что ты старше, ты младше. Дело не в том, что ты таджик, или узбек, или киргиз, или казак, или русский, или кто-то. У него родственники, да? Шурин, Хайнага, сам знаешь. Они все меня уважают. Вот когда у меня была проблема, они мне помогли, решали эту проблему, нормально. Они не сказали, а ты узбек, что мне? Нет, не говорил так. Помогали. Когда я упал, попал в больницу, он первый раз помощь мне наказал, показал. Вот, вот это ты по-узбекски говоришь, чтобы он понял, это тварь. Есть мнение. Мен жақып түшкенімді, тамынан түшкен түшкетігенімді, бірін ярдан шу көрсеткен. Ауарген, бәйінсеке, яткізген мені. 13 күн өткен болсам, 13 күн. 26 мәтті қатынаген бәйінсеке. 26 мәтті. Бұны қайна қас қатынады, қарам дұрақтары қабар олды, тажик өз бейхамаз. Мені кесе, оған дейсен, білмейме. Тажиклер сені көтінге қада ұрды мі? Қада ұрды мі көтінге сені тажиклер? Ешек, sen eşe hayvandan battı adam ekansan. Sen o vur. Ладно, давай, браты мусульмане, все салам алейкум. До всем салам алейкум, да, салам алейкум. Вам удачи, счастливо. Алхамдулиллах. Ла иляха иллаллах. Давай. До свидания.